Верхняя палата парламента приняла постановление о государственной поддержке социально-экономического развития Ненецкого автономного округа. Документ предусматривает непосредственное участие правительства России в реализации мер по раскрытию потенциала региона. В список предложений постановления включены практически все болевые точки. Строительство автодороги Нарьян-Марусинск, подключение системы энергоснабжения округа к единой федеральной сети, реконструкция Нарьян-Марского морского торгового порта и реконструкция аэропорта, субсидирование лизинговых платежей за использование отечественной вертолетной техники. Кроме того, документ предлагает правительству России разработать комплекс мер господдержки социально-экономического развития округа и подключить к этому процессу профильное министерство и ведомства, ведущие отраслевые компании. Отдельным пунктом выделены задачи по созданию отечественного воздушного судна для региональных перевозок в условиях Крайнего Севера и развития телемедицины. Принятие этого постановления позволяет нам активнее стучаться в федеральные министерства и ведомства, ускоряя процесс принятия решений по проектам, напрямую влияющим на качество жизни в Ненецком автономном округе, прокомментировал документ глава региона Игорь Кошин. Малый бизнес на Ямале стабильно развивается. В этой сфере работает 80 тысяч человек. Годовой оборот составляет 150 миллиардов рублей. Правительство округа максимально снизило ставку налогов по упрощенной системе почти в 3 раза. И уже в этом году принят закон о налоговых каникулах. Сейчас так называемые малыши могут воспользоваться любой из 7 форм поддержки действующих в округе. Сумма финансовой помощи от 300 тысяч рублей до нескольких миллионов. Ну и, пожалуй, одно из главных достижений – это возможность кредитовать предпринимателей по низким ставкам от 5,5% до 9% годовых. Все достижения вертолетостроения представили на выставке в Москве. Выставку вертолетной индустрии специалисты называют событием года в отрасли. Особый интерес гости проявили к новинкам компании «Вертолеты России». Несмотря на экономические трудности, прошлый год компания завершила успешно. На 70% выполнен план по импортозамещению. Здесь на выставке они представили 2 новых легкомоторных вертолета. Одна из новинок – машина К-226Т. Он недавно прошел сертификацию, оснащен более мощным двигателем, что повысило дальность полета и экономичность. Именно эта модель предназначена для работы с санавиацией. На борту размещен современный медицинский модуль, который позволяет спасти пострадавшего из самой труднодоступной точки. Еще одна новинка – это вертолет «Ансат», который специально модернизирован для работы с санавиацией. Руководитель холдинга «Вертолеты России» Александр Михеев рассказал, что государством перед компанией поставлена серьезная задача – разработать вертолеты, которые способны выполнять самые сложные задачи в условиях арктической зоны России. Эти разработки активно ведутся. По Арктике достаточно много требований – это обеспечение технологичности в суровых климатических условиях. Нужна повышенная дальность и нужно ориентироваться в навигационной обстановке, помимо других требований. Поэтому над этим сейчас работает конструкторское бюро. Если брать в качестве основного летательного аппарата, который мы будем готовить для работы в арктических широтах, то это прежде всего новый вертолет Ми-38, разработки Казанского вертолетного завода, а также модификация вертолета Ми-8, производство и испытания которого Улан-Удинский завод планирует завершить уже в этом году. Ожидается заключение большого количества контрактов на поставку вертолетов, в том числе и российского производства. 3 населенных пункта в Коми остаются в зоне подтопления паводка. В Усинском районе наблюдается понижение уровня воды, а в Усть-Илимском повышение. В течение суток обстановка с половодьем в среднем течении реки Печора постепенно стабилизировалась. В Усинском районе продолжается спад уровня воды. В 2 населенных пунктах Усинского района наблюдается снижение уровня воды на подтопленных придворовых территориях. Население не эвакуировано. Силами администрации населенных пунктов проводится информирование населения о предпринимаемых мерах, о правилах безопасного поведения в половодье. Созданы необходимые запас продуктов питания, медикаментов, средств первой необходимости. На случай ухудшения паводковой ситуации развернуты пункты временного размещения. В Ненецком автономном округе будут созданы группы немедленного реагирования по эвакуации белых медведей с территории нефтепромыслов и прибрежных поселков. Разработать четкий механизм действий в случае появления в населенных пунктах региона белых медведей в прошлом году поручил губернатор округа Игорь Кошин. В последние годы наблюдается увеличение популяции белого медведя, что и приводит к частым случаям выхода животного к людям. В ноябре прошлого года животных неоднократно видели охотники и оленеводы на побережье острова Вайгач, а также жители Андермы в районе аэропорта и в центре поселка. В конце ноября самка белого медведя неоднократно наносила визиты нефтяникам. Причем использование сигнальных ракет природоохранными и правоохранительными структурами, а также шум техники ожидаемых результатов не принесло. В итоге были приглашены высококвалифицированные специалисты из Москвы, которые усыпили медведя сильнодействующим снотворным, после чего зверя транспортировали на остров Вайгач. Для того, чтобы в будущем более оперативно решать данную проблему, на территории региона решено создать группы немедленного реагирования. В них, помимо работников Центра природопользования и охраны окружающей среды, войдут также
также сотрудники полиции, ФСБ и ветеринарной службы. На этой неделе в Наринмар приедут экологи Московского отделения Всемирного фонда дикой природы и проведут обучение специалистов. Экологи расскажут, как правильно отпугивать белого медведя. Также планируется провести практические занятия по стрельбе из спецоружия дротиками-ампулами со снотворным. Планируется, что после прохождения обучения для нужд оперативных групп будет закуплен необходимый запас ампул и ружей. Первый серийный атомный ледокол заложат в Санкт-Петербурге 26 мая. Контракт на строительство двух серийных атомных ледоколов был заключен между Балтийским заводом судостроения и госкорпорацией «Росатом». Стоимость контракта составила более 84 миллиардов рублей. По условиям контракта атомоходы должны быть сданы в декабре 2019 и в декабре 2020 года. Балтзавод в настоящее время уже ведет строительство головного атомного ледокола, который был заложен в ноябре 2013. Ледокол, названный «Арктика», станет самым большим и мощным в мире. Согласно условиям контракта, его строительство должно быть завершено в декабре 2017. Технический проект атомохода был разработан «Айсбергом» в 2009 году. Двухосадочная конструкция судна позволяет использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек. Ледокол будет работать в западном районе Арктики, в Баренцевом, Печорском и Карском морях, а также на более мелководных участках устья Енисея и в районе Обской губы. Длина ледокола составляет более 173 метров, ширина 34 метра, водоизмещение 33 тысячи тонн. Предприятие «Атомфлот» госкорпорации «Росатом» в 2016 году продолжит реализовывать программу туристических круизов на Северный полюс. Ранее предприятие планировало, что в 2015 году состоятся 6 заключительных рейсов. Компания объясняет, продление связано с тем, что работы по восстановлению атомного ледокола «Советский Союз» завершатся в 2016 году, а не в 2017, как это ранее планировалось. Таким образом, у «Атомфлота» появится еще один ледокол, что позволит планировать использование атомного ледокола «50 лет Победы» для круизных рейсов. Круизы на Северный полюс компания начала в 90-м году. Тогда данный вид деятельности стал одной из возможностей загрузки мощностей атомного ледокольного флота. Туристические рейсы осуществлялись на атомоходах «Россия», «Советский Союз» и «Ямал». После ввода в эксплуатацию ледокола «50 лет Победы» в 2007 году походы совершаются только на его борту. Арктические круизы пользуются большой популярностью, особенно у представителей азиатских стран, а также практически всех стран Европы. По пути к Северному полюсу туристы на борту ледокола проходят через острова архипелага Земля Франца Иосифа, где находится знаменитые птичьи базары и лежбище морских животных. На макушке планеты самые смелые и закаленные окунаются в прорубь воды Северного Ледовитого океана. Рейс длится около 10 дней. Каждое лето проходит по 4-5 рейсов. Планировалось, что заменить круизы к полюсу на ледоколах могут теплоходные круизы с посещением архипелагов в Ледовитом океане. Они будут осуществляться на борту теплохода «Клавдия Еланская». Первый круиз запланирован уже в июле 2015 года.